И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня мы пойдем на Мегапитека. Второго босса я. Острова. Но сначала предисловие. Во-первых, за мной вы видели вот это чудо. Я нашел тут чертов станок. Как там, верстак, мод, который дает клевые супчики. Работают они от пива. Пива у меня дофига. Я весь его переделал. И дает он 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 x скорость. Аллилуйя! У меня теперь есть... Причем, кстати, один крафт — это 5 субов. Клево. Просто для обупения. На 30 минут, если не ошибаюсь, ну, по крайней мере, там в моде написано было на 30 минут, а на 160 секунд. Считать лень. Ой, 160, господи, 1800 секунд, все, забейте. Почему? Сейчас расскажу, что я сюда залез. А черт его знает, что я сюда залез. Короче, 163-й игровой день. Сутки не пропускал. Набивал сраный, мать его за ногу, лут. Сложность вызвала лутина. Это от... От кого? От Мегалании. Ой, это не то скидываю. Сложность вызвала лут от Мегалании. Гигантозавра. Потому что не козлы. Было бы сейчас два сердца, но один задиспавнился. Просто, короче, я от него телепортировался, я понял, как живка диспавнится у меня. То есть, короче, если я стою около него, он в радиусе видимости, я от него телепортируюсь, то все, он исчезнет обязательно 100%. Потому что я вернулся обратно, и его уже не было. Вот. И получается... Чё, у меня не заряжены-то. Левушкин, который на деревьях тусуется, вот тоже с ними была проблема. Сильная проблема, потому что они не спавнились. Но, сейчас хотя вам покажу, это 3х скорость, это вот такая. Наконец-то я летаю, если бы не этот суп, я бы не знаю, я бы еще бы... У меня сутки ушли, я не знаю, более точно сколько, ну, у меня дофига, короче, времени ушло на все это дело. В жопу эти поиски, решил просто немножко отдохнуть. Потому что хотя бы на Мегапитека у меня уже все собрано. Пойдемте, я вам покажу. Так. Красному обелиску. Короче, суть в чем? Ой, красному обелиску. Не красному обелиску, а к синему. Надо было. Ладно, лутинки скину. И артефакты, кстати, еще они у меня тут болтаются. Короче, очень сильно везет то, что сердце гигантозавра нужно всего лишь 3, чтобы вызвать всех. Если бы их было 15, я бы охренел. Зато лапы тираннозавра почему-то здесь требуется 20 вообще. В общем, жирбазилки и щупальца тестиутиса, это я еще нырнул на Алтаю. Но новость немножко другая. Я нашел Ютирануса 116 левела. И как бы бог с ним. Я, когда его увидел, я сказал, да пошел ты в жопу, гнида драный, ты мне теперь уже больше не нужен, и убил его. И заспомнился другой, в другом месте, 116 левел. Кстати, спину я тоже искал, не кисло так, поискал, а потом, короче, да, потом, пока искал гигу, я этих спин увидел еще что. Ну, не 15, но 5 как минимум. В общем, тоже их искал долго. Мегалания токсин. Во, токсин Мегалания. С ним тоже была некая проблема, потому что они спавнятся только в пещерах. И в пещерах они спавнятся с неким КД. И когда я поставил... Еще раз. У меня... Я играю на локалку, у меня количество
спавн Дина было 50%. Раньше был баг, они бывали заспавнились под землей, под картами, вот это все, и из-за этого были проблемы, лаги просто на пустом месте, я поэтому ставил 50%. Так как сейчас конец, я плюнул на все это дело, и не знаю, спавнятся они или нет, но я увидел кучу диносов, мегаланий по 3 штуки у меня заспавнилось в пещере, кицелькуатли тут в зимке летают 2 штуки. Я их наконец-то увидел, их реально не было. Я даже порой иногда забывал, что они вообще существуют в этой игре. А тут 2 кицелькуатли летают, прикиньте. Это, кстати, было после того, как я нашел уже 116-х тиранусов. Как я и говорил, когда они мне нафиг не нужны будут, они обязательно найдутся. Так. Но. Не будем о грустном, будем о прекрасном. Грустно мне еще предстоит впереди. Это лутание лута. Сраные яйца. Точнее, сердца гиги. Ужасно. Ужасно. Но, да бог с ним. Так, что тебе качаем? Конечно же, еду тебе качаем. В общем, с полетами теперь проблем нет. Летаю как торпеда, все классно. Если хотите найти такой же мод, там, я не помню. Я ввел в мастерской в поисковике название Speed. Да, они у меня здесь все тусуются, потому что здесь на меня напал Раптор. Название Speed, и там на аватарке будет верстак тут типа там торчать. Сейчас я всех ТП-хну сюда. И, кстати, да, я могу заспавнить себе и сердца, и лут. Я могу заспавнить мобов, чтобы их выбить. Но! А в чем будет прикол? О! Вот что я могу только делать. Ну, потому что все остальное будет тупо отвратительно для меня. Да хотя убить-то диносов тоже отвратительно, если уж на то пошло. Ну, камон! Стараюсь этого не делать, но гигу хотя бы одного я нашел благодаря этому. Да, чувствую, я еще раз это сделаю. Ну ладно, фиг с ним, все, погнали, короче, и так уже 7 минут проболтали ни о чем. Погнали мочить макак. Ну что, погнали вызывать первую обезьянку. Мега Питек. Тактика, насколько я понимаю, с ним очень простая. Самое главное, не лезть на него вперед, потому что есть шанс грохнуться. Проверим сейчас все это дело. Так. А здесь бесполезно. Ну прям реально. Прям бесполезно смотреть вниз. Здесь все и так все жопа. Так, короче. Шоп. Не упасть. Прям. Сейчас, секунду. Господи, я нашел эту странную кнопку. Дебил. Тут так и написано. Все туда. А я ищу идти. Идти я ищу, понимаешь? Вот. А нужно вот. Вот так вот. Оп! И они все должны сигануть. Ток. Блин. Я хотел сказать. Блин, я хотел сказать. Он упал все-таки вот. О, боже мой. Да стойте, мать вашу. Он упал. R5 упал. Понимаешь? Пятый упал. Господи, теперь у меня их 14. Господи. Вот туда можно грохнуться. Вот туда можно улететь. Эти дебилы туда, если что, падают. Я не знаю, о чем... Че курили разработчики, когда это создавали. Но... Туда можно и упасть, и в этом основная тупость. Поэтому и нужно делать так, кстати. Да. Сделаю вот так вот. И теперь я не замерзаю. Да, а ручки в тепле, значит, не замерзнешь. Ну что, погнали. Макаку эту сраную. Короче, надо тогда их что, не знаю, блин, как их. Ай, пошли за мной, свинота. О, погнали. О, идет, идет. Идет мукака. Не, ну это просто самое безопасное. Ты только не грохнись, а? Вот ты только не грохнись. Это реально, это самое безопасное, как можно, типа, это... вызвать. Дурный! Подри, дурак! А теперь... Подожди.
А, ну, ну вы, короче, поняли, да? Только не упадите никто, пожалуйста. Все, все, все. Тормозим. Не двигаемся. А я посмотрю, что из этого выходит. Так, нормас. Вы не упали? Ну, R5 мы все-таки потеряли. Да уж, интересно, сколько я еще диносов потеряю, и они туда занырнут. Вроде на этом... На драконе такого нету. Но, сами видите, это опасно. Босс говно, вот прям реально, он дрищ, он от него такой вот булыжник что-то как-то стоящий, если не ошибаюсь. Но, вот такая вот задница. Да, на лут я сразу же получил, все я получил, и да. Ладно, давай сейчас вызовем еще одного. Ну что, погнали. Так. Оп. Я на месте. Во. Зато я запомнил, где радиус, что не только вот это вот кругляш. Ну, я надеюсь, что сейчас мы просто так не потеряем никого. Реально обидно, жалко. А, пассивка. Пассивка! О, класс. Текс. Ну, здесь все точно так же. Вот я вот думаю, а нужно ли мне их туда загонять, в уголочек? Блин. А давай, времени же нету, давай я лучше вас пешочком сам отведу, а? Мы вас вызываем, дебилов. Вы же шкребанете сейчас, сиганете куда-нибудь. А эти деревья ломаются, о, класс, деревья ломаются, супер, здорово. А тут нельзя грохнуться, слава богу, вот здесь щит есть. Почему там щита нету? Разрабы дауны. Ах. Ладно, сейчас выведу их, короче. Кстати, прикол. А, достал этот аппарат для просмотра, есть ли где этот, заметка или нет. Он вообще глючит просто по полной. А координаты 25, 25, 25. Клёво. Надо будет посмотреть на карте, где эти координаты вообще находятся. А, кстати. А, так я и нахожусь над обелиском тупо. Блин, погоди. Погоди. Блин, интересно. А там симка. Я прям над обелиском или все-таки... Не-не-не, это отдельная локация. Там вон, гор таких же нету, господи, вот я тупой. А, ладно, вывожу, короче, кино. Ну, в общем, расставил я их так, ну... Поприсвистывал, короче, никто не сдох, и слава богу. По одному присвистывать вообще проблем нету. И очень везет, нет времени. Раньше вроде бы был в таймер. Хм, не помню. Может, мне казалось. Или раньше был таймер, а сейчас стало без таймера. Ну, такой хороший вопрос. Но, в любом случае, у меня таймера нету, и это классно. Я их могу вывести. Ну, блин, это просто ужасно. Честно, прям обидно из-за того, что он просто тупо грохнулся. Не... Где-то там в боевых условиях вот это все там, вот это вот. А, просто тупо упасть в обрыв. Ну, типа, камон. Да пошел ты! Сюда иди лучше, дрищ сраный. Стоять! А теперь погнали. Стой, овца! Бля, твою мать! R7! Чтоб тебя... Минус R7. Короче, от того, что я их поставлю, это не значит, что они не грохнутся. Окей. Я понял. Минус R7. Короче, единственное, как можно убить моих тудиносов, это только свалить их в яму. Ужасно. Ужасно. Но зато я точно теперь знаю, что здесь заметок нету. И где-то вот он что-то пытается найти, но здесь такого нету. Хе-хе, классно. Да. Ужасно тупо вышло. Ну и последний раунд. Как он закончится, я уже знаю.
Какой-нибудь Рекс свалится в яму. Не, можно попробовать их перевернуть. Типа сразу, чтобы они лицом стояли. Но это еще тот гемор. Ну честно, еще тот гемор. Тупость. Ладно, чё, куда деваться? Погнали. Макаку мочить. Что будет, если я их за собой позову всех, а? Слушай, а давай... Блин, я что-то очкую. Я очкую, что сейчас они просто... Я их позову, короче, а они вот так вот и птижу туда, короче, в яму пойдут. Ой, не, в жопу этих дебилов, это еще будет хуже. А если я это, они развернутся и туда в яму пойдут. Блин, короче, без вариантов, надо туда уводить. Черт, зачем я так близко подошел? Обезьяна-то согрелась уже. Я, короче, по ходу дела ни одного потеряю. Ну-ка, это сколько бьет? О-о-о, это уже по 500 бьет. А ближе подойдешь, свинота? Так. А еще ближе подтолкнешь? Может подтолкнешь? Нет? Ну и пошел ты. А я похиляю своих братанов. И сеструх. Всем стоять! Никто не падает. А ты жрешь. Вот реально, то, что корм можно так прожимать, это, конечно, читерство клятое. Ну, а что поделаешь? Ладно, зато здесь никого не потеряли. И, кстати, он так нехило сопротивлялся, обезьянка-то. Раз, два, три, голова. Три голова у меня. И, кстати... Ты реально ноль заметок из нуля? Ты реально переносишься на другое какое-то место? Клево. То есть это прям, ты переносишься по факту на другую карту. Как будто бы. Карта, которая забирает лучших воинов. Ну, двоих как минимум. Ну или сложно сказать, кто из них лучше все-таки. Вот эти, которые выжили и не нырнули в яму. Или те, которые нырнули. Ну ладно. А умерших или хорошо, или никак. Вот такие вот дела. Ну, а мне сейчас что предстоит? Предстоит... Это... Добывать лут. Гигу два раза найти. Тустиутисов. И базилозавров. Ну, кстати, базиков найти вообще изи. Тустиутисы, я думаю, с ними будет проблема. Но они там в пещерке тусуются. Да найдем, найдем. 8 щупалец есть, там не по одной дропается, так что хорошо. Вот такие вот дела. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. О, вот теперь меня видно, видно, вот я где-то тут был далеко. Ладно, все. На этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, мне кажется, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого и добра, всем пока.